«Смотри, как он летит, милая», — сказал любящий отец своей маленькой дочери, показывая ей летевшего над пляжем воздушного змея. «Вот, возьми, попробуй». Девочка стояла и смотрела в небо на бледного воздушного змея. Она была, как всегда, скромной, застенчивой, печальной. Воздушный змей чем-то напоминал ей пропавшую мать. Наверное, потому, что рисунки на нем были очень похожи на ее цветные татуировки.